Ребята, а мы собрались на прогулочку с мужем. Вот мой муж там колготится. Погодка сегодня чудная. Вчера вот был дождичек, а сегодня вот так вот. Замечательно. Сейчас пойдем в Парк Победы опять. Посмотрите, у нас днем свет везде горит. Ох, никакой экономии нет. А здесь велосипедисты, спортсмены. Начинающие чемпионы мира. А, какие красивые молодые. Олимпийские игры. О, пошли, Валера. Вот так вот никакой экономии нет. Свет горит, солнце светит. Ужас. Травку покосили, вот пахнет свежескошенной травой. Вот муж идет впереди. Туечки растут. Да, мне подсказали, что это туи. Конечки все покрасили. Вот, здесь фонтанчики поливают травку. Это дерево почему красное? Вот это. Где? Ну вот эти листья красные. Да нет, кажется. Пойдем. Нужно прокатиться вот. Вот парень, вот видите, едет. Кому тяжело ходить, может прокатиться. Вот на такой повозочке. А вон детки, вот. Можно арендовать и самим прокатиться. Вот. Детки катаются. Молодцы какие. Это ресторан. А там через речку, там уже что, частный сектор. Там тоже дорога идет проезжая. Там мост. Погодка сегодня чудесная. Ух, хорошо. Сейчас погода такая самая-самая. Гулять. Весна. Я люблю такую пору, позднюю весну. Здесь можно на прокат взять. Вот. Мороженое продают. Хочешь мороженое? Игровые автоматы. Рожок. Тебе нельзя мороженое, Валера? Я Валера. Так, взяли вот такое мороженое. Два шарика, 200 тенге. Валера взял клубничное, сливочное. А я взяла шоколадное и сливочное. О, какая красота, ребята, смотрите. Смотрите, вот такие катамаранчики. Вот так можно плыть по речке нашей. Оказывается, речка наша глубокая. Глубина, оказывается, 2,5 метра. Смотрите, дерево какое. Это, по-моему, джида. Вот. Красота. Мороженое поели, посидели на скамеечке. Сейчас идем домой. Ну, я думаю, летом здесь днем будет тяжело ходить, жарко. Это только вечером надо гулять. Вечером.
А сейчас вот... Сейчас и тут жара. Да, когда в тени сидишь, холодновато. Даже когда мороженое кушаешь, я прям замерзла. А на солнышке очень жарко, ребята. Собралась сделать лежанку для своего котика. Нашла вот свой старый махровый халат. Потому что теплые халаты я здесь не ношу. Квартира у нас теплая. Вот такой вот, смотрите, симпатичный, мягонький, голубенький. Буду делать лежаночку для Марсика. А где мои малыша-то, Валера, не знаешь? Да нет, ее куда-то пропали. Вот это, наверное, любимое место, ну, наверное, малыша. Ну-ка глянем. Ой, засранята. Они тут вдвоем, оказывается, лежат. Ну, нашли себе местечко. Придется вам лежаночку шить одну на двоих. Валера. Старая жена и молодой муж. Алла Пугачева. Алла Пугачева, да, с Галкиным. О! А я шью лежаночку для Марсенка. Ну и для Бельчонка придется им вдвоем, наверное, там бежать. Нравится им это место потайное, нравится. Ну, шила я вот такую лежанку, смотрите. Она немножко такая объемная мне получилась и немножко коротковатая. Надо было, видите, надо было чуть длиннее, но мне как раз не хватило. Вот это вот рукава идут вот, видите, от халата. Это был мой халат. Это значит вот так два рукава идут. И здесь вот спинка с полочкой. Вот. Сейчас я положу своих котеек, посмотрим. Девочка, ты ляжешь на лежаночку? Девочка, вот лежаночка для тебя. Давай. Ложись сюда, ложись. Не хочет она. Ну, девочка, ну иди на лежаночку. Я что, зря сделала, что ли? А, девчоночка? Надо, Ань, чтобы они привыкли. Не хотят они на лежаночку ложиться. На эту мою лежаночку. Давай, иди ложись. Иди. Иди. Девчоночек. Она слишком огромная, да? Слишком большая. Ну давай, полежи на ней. А? А вот и Марсюша пришел. Марсючий. Давайте, ложитесь. Мама зря сделала лежанку, что ли, вам? А? Давай. Сюда, на лежаночку, Марсичек. Ну, опять на прогулочку. Где-то там мой муж. Что-то его не видно. А, вон он там стоит. С Марсишком. С Марсюнечком. Валера, он боится, наверное. Видишь, прячется. А? Ну, конечно, машины шумят, он боится. Да? А дома герой. Ну... Пошли. Дома герой. Да. Пойдем. Марси. Вот Марсинчик. Мы с Марсинчиком гуляем. Да ты сиди там. Вот Марсинчик. Давай на трамп. Вот.
Марсюша не хочет. А? Какой ты мышленный? А? Маленький мышленный. Трусливый. Ой, какой маленький зайчик. Да. Маленький зайчик, побегайчик. Да? Какой побегайчик. Побегайчик. Сумочку он хочет залезть. Сумочку хочешь залезть? Ну давай, залезь. В сумку залез. Спасительный. Трусливый зайчик спрятался в сумочку. И сидит. И сидит. А дома герой. Да? Вот он сумочку спрятался. Вот такую сумочку. Вот он сидит там. Марсеночек маленький. Такой бесстыжий ребенок. Всегда белочку задирает, да? А тут трусливый. Да? Ты любишь ушки, когда тебя чешут? Ой, тебе так нравится, да. Как нравится. Раньше я сюда на стоянку оставляла машину, а сейчас не знаю. Что, работает? А? А кто здесь? Для тех, детский сад. Кто? Кто работает в детском саду? Нет, за детьми приходят. А, кто за детьми? И что? А Марсичек, вот он, засраненок. Он сидит в сумочке. Вот такой у нас малыш. Владишка, ты принес нам гостиниц. Вот такой манго. Какой запах. Смотрите. Какой огромный манго. Видите? Познаете пакетики? Дубайские. Дьюти фри. Это что? Это конфетки. Ой, она тут вся расставила. Нет, в холодильник положить. Что-то так захотелось рамена. Ребятки, вот варю я рамен. Ох, иногда хочется чего-нибудь такого, знаете, вредненького. Вот, варить надо его минут 5. Скажите, а вы кушаете рамен? Я вот иногда балуюсь. Там мой муж выглядывает. Мы едем за продуктами. Что-то у нас все закончилось. Шаром покати. Вот наша центральная улица. Толиби проспект. Толиби. Самая-самая такая улица. Самый центр. Подъезжаем, как всегда, торговый дом Смол. Все здесь сделали по-другому. Здесь вообще вот пустота. Смотрите, мандарины. 1600. 1600, 795. Кстати, апельсины всегда дешевые. Помидоры 995. Яблоки мне не надо, у меня есть яблоки. 545 стоит.
масло 74, лук и картофель. Египетский 475. И такой наш местный. 290, 300 тенге. Такая мелочь. Вот цены, смотрите, какие. Подорожало как. А здесь акция. Вот берешь 3 пакета за 945 тенге. Вот такой сок. Вот они, мои зверята. Зверята мои собрались. Любопытные. И что там мама принесла вкусненького, да? Давай покажем. Покажем все. Ой, тяжелые. Ох. Ой. У меня сегодня закуп. Что мы взяли? Мы взяли лук, картошку. Лук по 174, картошка тоже подорожала, 300 тенге стоит. Это мелочь-мелочь какая-то. Так, еще что? Водичку взяли. Значит, вот такую одну, одну такую. Взяли хлебцы. Вот. Нам на перекус. Молоко деревенское. Молоко мы не пьем, так на кашке. На кашке, на кофе с молочком. Курочку взяли одну. Масло. Шедевр. Значит, сливочное масло. Президент. По-моему, 870 стоит. Колбаску сервелат. Значит, тушенка по-столбцовски белорусская. Нравится очень. Так, ну и такой хлебушек мы взяли. Вот такой вот, на зернах без муки. Хлеб мы мало едим. Только по утрам. А так в основном днем, что мы там кашки едим. Утром на завтрак, да, кашки. В обед тоже кашу едим, рисовую, то есть рис отварной. Взяли пирожки, так, с ливером и с капустой. Туалетную бумагу, Карина. Значит, я взяла вот такую сметану, простоквашина на топленых сливках, вот. Интересный такой. Так, и вот такие вот хлебцы хрустящие с гречкой. И, как всегда, моим котяткам корм. Вот, Вискас. Ну, вот такой у нас сегодня небольшой закуп. Обошелся где-то на 11 тысяч тенге.